На заключительном этапе находится подготовка тепловых сетей к осенне-зимнему периоду. В некоторых микрорайонах произведена полная замена трубопровода. Собрана схема, постоянная схема по теплоснабжению на второй микрорайон. То есть остаются работы по благоустройству и закрытию контура и земляные работы. То есть в том углу на все потребители с водой, с горячей. Более тщательно следить за соблюдением порядка на придомовых территориях попросил глава города коммунальные службы, а также обратить особое внимание на скопление мусора возле мусоропроводов и контролировать покос травы. На совещании Татьяна Токарева рассказала о летней оздоровительной кампании среди школьников. Временного пребывания работают на базе Дома детского творчества средней школы номер 4 и на базе средней школы номер 1 работает лагерь для старших классов. Два пожара зарегистрировала пожарная служба города. С субботы на воскресенье сгорел дом в дачном поселке Кукуевка. Также произошло возгорание автомобиля в гаражном кооперативе «Энергетик-3». Оба пожара ликвидированы. Другие чрезвычайные происшествия не зафиксированы. Муниципальные системы оповещения проверены и находятся в рабочем режиме. Виолетта Ефименко, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна ТВ.